Я все-таки 25 лет на этом заводе проработала. Не дурак же он ценные кадры увольнять. Он сказал, зачем технолог, если технологии уже 100 лет не меняются. Их погнали с работы. Мы что-нибудь придумаем. А что, мы с вами втроем уже спиртзавод ходячий. Теперь они сами будут гнать. Статья 163. Производство алкогольной продукции карается от 3 до 5 лет. Сахар, дрожжи, вода, технология, контроль, добросовестность. С таким пойлом наши алкаши брат-питами станут. О, какое общество. Бонжур, да. Повышая градус. Смотрите на ТНТ в подписке «Картина ТВ».